В Одинцовском кампусе МГИМО прошел третий открытый турнир по художественной гимнастике на призы заслуженного мастера спорта, чемпионки мира Дарьи Автономовой. Юная гимнастка Софья Кошеляева уже второй раз принимает участие в турнире такого уровня. По словам мамы Софьи, спортсменка совершенно спокойна. Девочка разминается, пока родители переживают в ожидании выступления. Ольга рассказала нам, как проходит подготовка. Это так же интересно, как собираться, наверное, в первый класс. На самом деле, так как мы еще достаточно маленькие, а у меня дочке 7 лет, но и мы не так давно выступаем. Костюм мы выбирали сами, тот, который нравится нам. И большинство гимнастов вначале именно таким образом, да, выбирают самостоятельно. Вот. Но если это уже детки постарше, там уже продумывается все до последней детали. За 2 дня на турнире выступило более 400 участниц. Гимнастки из Якутии, Москвы и области, Нефтекамска, Тулы, Калининграда и Череповца, а также с Кипра выступали, блистая в ярких костюмах. Организатор соревнований – Одинцовская школа художественной гимнастики «Прима». А проведением турнира и оценкой выступлений занималась главная судейская коллегия. У нас представлены 3 категории. Первая – это любители, вторая – это начинающие спортсмены, и третья категория – это профессионалы. То есть на нашем турнире мы стараемся воплотить мечту каждой спортсменки в жизнь, чтобы она смогла получить тот самый заветный кубок и ту самую медаль. Практически все участницы получили заслуженные награды. Организаторы считают, их основные задачи – популяризация и развитие художественной гимнастики, а также выявление новых талантов. Турнир доказал, эти задачи им удается решать. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».